От создателей реформы образования о 12 классах и фильма «В институт идут одни старики». Они пойдут первый раз в 12 класс. О, Семёныч! А? А ты что тут пиво пьешь? В школу иду. Их ждут новые проблемы. А где Петренко, его нет? А он в первом классе. Почему? Сын у него там. И все боятся услышать это. Дорогие ученики, объявление. Министерство образования планирует ввести 13 класс. Ага, я понял. Школьный фильм ужасов «Последняя перемена». Учиться, учиться и... Учиться, учиться, учиться. Парад Катов Пикчерс представляет. Юным героям войны с коррупцией посвящается. Господа народные депутаты, примите мои поздравления. Вы отобраны для работы в антикоррупционном бюро агентами под прикрытием. Ура! Ура! Круто! Отныне ваш позывной Алексей Гончаренко будет Лёшка. Ваш, госпожа Савченко, Надька. Вы, господин Лещенко, будете Лещом. Ну а вы, Мустафа Наем, теперь цыган. Им поставили задачу поймать депутатов-коррупционеров любыми способами. Коалиционных их же оружием. Аваков, ты зачем депутатам награды и пистолеты вручил? Оппозиционеров путем внедрения. Я бы присмотрелся на твоем месте к новому депутату Апоблока. Взяток не берет. Голосует за законы коалиции. Засланный у тебя казачок. БППшник. А радикалов более радикальными методами. Но все равно коррупционерам удавалось скрыться. Стой! Хотя бы браслет сними! Он опять ушел. Как? Залог внесли. Смотрите первый антикоррупционный боевик «Неуловимые», потому что неприкосновенные. Смотрите в домашних кинотеатрах под домашним арестом. От режиссера фильмов «Ростовский пленник» и «Мимихо» контрольно-пропускной пункт «Шегини» представляет. Новость о лишении гражданства его застала за пределами Украины. Горячая новость. Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко своим указом лишил гражданства Михаила Николозовича Саакашвили. И он решил прорвать границу. Саакашвили! Тримай нелегала! Де його паспорт? Не дайте втекти! Здесь ему удалось вновь ощутить себя украинцем. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Хто не скаче, той москаль! Но стоило озвучить новое требование. Я требую импичмента президента. Как за ним началась очередная погоня. Не подходите, я прыгну! Михаил Саакашвили, Надежда Савченко. Тебе посадять. І тебе теж посадять. І мене посадять. І, як оказалось, Сергей Курченко. Михаил Николозович, а это Курченко. Продолжайте делать вид, что вы меня не знаете. В новой приключенческой комедии Михаил Николозович меняет позицию. Смотрите в палатках под Верховной Радой. Продолжение следует.